Ни хао, меня зовут Гела. Меня зовут Хоя. Вы все нас знаете как гей-пару из Ютуба. И с нами недавно приключилась очень грустная история, и мы бы хотели с вами ею поделиться. На нас устроили охоту гомофобы и ксенофобы, также полиция России. Мы не знали, угрожает нам что-то или нет, мы первый раз попали в такую ситуацию. Все гомофобы, Тимур Булатов и остальные утверждают, что дело уже возбуждено. Осталось нас найти, влепить нам штрафы, Хауяна депортировать, потому что иностранцев за пропаганду ЛГБТ депортируют обратно на родину. Если мы сдадимся, если мы замолчим, будем прятаться и бояться, если мы перестанем говорить, то и остальные перестанут говорить и уйдут в шкафы, и тогда гомофобы победят. Мы не должны сдаваться, и мы должны бороться за свои права.